Карвин Спортклуб – это спортивный комплекс с огромным выбором направлений и услуг в сфере фитнеса и здорового образа жизни. Кроме того, это большая и дружная семья, так как инструкторы и члены клуба принимают участие в различных соревнованиях как внутри клуба, так и за его пределами. Так, в Карвин Спортклубе прошли первые в этом году межклубные соревнования по плаванию, которые носили название «Карвин Свим Кап 2022». В состязаниях приняли участие представители спортивных клубов «Карвин», «Ворд Класс Бишкек» и «Авангард». Участники состязаний должны были преодолеть дистанцию в 1000 метров. В результате проведенных соревнований в заплыве среди юношей до 17 лет быстрее всех дистанцию преодолел член «Карвин Спортклуба» Амир Кадырмаев. Второе место занял Артур Газиев, «Ворд Класс Бишкек». И замкнул тройку призеров представитель фитнес-клуба World Class Бишкек Нурказы Измаилов. В возрастной категории от 18 до 34 лет первым на финише был Нияз Исраилов из World Class Бишкек. Второе место показал его одноклубник Бахтияр Матянью. И бронзовой медали удостоился Ильяс Куватов из Карвин Спортклуба. В заплыве среди мужчин от 35 до 49 лет вес пьедестал заняли гости из клуба World Class Бишкек. Это Нуршат Абабакиров, Жуман Джусупов и Мурат Закиров. А вот в категории 50+, медалей удостоились хозяева водной дорожки, члены Карвин Спортклуба, братья Кубат и Турат Шаршикеевы. И в категории «Про» победителем соревнований стал Василий Лукьянов, фитнес-клуб «Авангард», а второе место занял Андрей Ханадеев из World Class Бишкек. В соревнованиях среди представительниц прекрасного пола возрастной категории 18-39 лет отличилась Мадина Масызова из World Class Бишкек, а второе и третье места заняли Екатерина Слепченко и Евгения Генералова из Карвин Спортклуба. Среди женщин в возрасте 40-49 лет вес пьедестал заняли члены фитнес-клуба World Class Бишкек. Это Татьяна Шацких, Айгуль Аланкулова и Алла Дааталиева. В категории 50+, первенствовала Ольга Михайлова из «Авангарда», а представительницы Карвин Спортклуба Светлана Ни и Татьяна Кадырмаева заняли второе и третье места соответственно. И в категории «Про» отличилась также представительница «Авангарда» Елизавета Рогожникова. А Екатерина Тарева и Арина Ким из «Карвин Спортклуба» удостоились серебряной и бронзовой медалей. По окончании заплывов директор «Карвин Спортклуба» Самсон Балян поздравил всех участников соревнований и пожелал дальнейших успехов в пропаганде здорового образа жизни. В общем, добро пожаловать в Карвин Клуб, фитнес-клуб премиум-класса номер один в Кыргызстане.